Начало 80-х. Между кланами Коза Ностры разгорается война. Томмазо Бушетто, сицилийский мафиози, пытается скрыться в Бразилии, откуда наблюдает, как на родине один за другим погибают его близкие. После собственного ареста и экстрадиции в Италию он принимает решение, которое полностью изменит историю преступной организации. Он нарушает клятву верности семье и встречается с судьей Джованни Фальконе. Сюжет саги о падении Козы Ностры «Предатель» основан на реальных событиях. Ясно, что в главном герое меня привлекает в первую очередь его характер. Просто поразительный характер. Не потому, что этот персонаж весьма неоднозначный, а потому, что все знавшие его отзывались о нем лишь как о человеке необыкновенно твердом, как о сильнейшей личности. Пусть у него не было образования, комплекса по этому поводу он не испытывал. Главную роль в драме «Марко Беллокио» исполнил Пьер Франческо Фавино. Сперва для меня это был лишь исторический персонаж. Но потом я им действительно увлекся. Ведь это настоящий гангстер 50-х. Он наслаждается жизнью, не отказывает себе в удовольствиях. Это плейбой. Он пользуется успехом у женщин. Просто потрясающий персонаж. Картина была представлена в рамках основной конкурсной программы Каннского кинофестиваля в мае, а этой осенью выходит на большие экраны в Европе. Премьера фильма в России состоится 28 ноября.